Ну, добрый вечер, Ольга Валерьевна. Ну, обещал вам показать хату мою красивую, поэтому показываю, как все выглядит. Вот, сейчас я покажу вам мои все комнаты. Это столовая, гостиная. Тут собираются люди. Играем мы в карты, в нарды. Вот за этим столиком. Это большая столовая, гостиная, как сказать тебе, как сказать вам. Ну, кухня, совмещенная с гостиной, грязная посуда. Как у Ольги Валерьевны. Вот грязная посуда. I'm sorry, простите. Вот. Вот здесь большое такое помещение. У нас солнце, тепло так. Вот, это натуральная шкура. Здесь вот такое вот все. Вот там кое-кто мандит там. Ну ладно, мы доберемся туда. Это комната. Сюда приходят гости. Мой сын с невестой, мама приходит. Это вот одна из спален. Ой, какое солнце вообще. Вот. Солнце вообще. Вот такая красота, Ольга Валерьевна. Приезжайте ко мне жить. Будете как в масле кататься. Вот это спальня. Тут балкон. Я живу на втором этаже в 16-этажном доме, в высотке, в новостройке. Здесь я курю. У нас вот такой красивый вид. Достаточно все зелено, красиво, тихо, спокойно. Вот. Ой, кто-то мандит здесь. Кто-то здесь мандит. Вот, я снимаю полностью квартиру, Ольга Валерьевна. Вот здесь мы будем жить и спать. Вот. Поржали, это точно. Все, мусорки нету выносить. Вчера все вынесла. Ольга Валерьевна, а здесь вы будете мыться. А, точнее, мы будем вместе мыться в одной ванной. Ванна большая, места всем хватит. Мы с вами не маленькие, поэтому здесь хватит места. Валетиком, бутербродиком, как вы говорите, бутербродом надо.